Колонна автобусов с работниками авиационного завода едет по трассе. В начале потока милицейские «Жигули», за рулем которых сержант Соколов. Он сопровождает людей на традиционные сельхозработы. Внимание сотрудника ГАИ привлек большегруз, мчавшийся по встречке. КАМАЗ был неуправляем. Как потом выяснилось, за рулем находился пьяный водитель. Сержант Соколов всеми силами пытался привлечь внимание водителя, а времени до столкновения оставалось все меньше. Александр пытался его остановить звуковыми сигналами, значит, и не смог это сделать, потому что водитель там что-то потерял управление. И чтобы предотвратить наезд на автобусы с людьми, Александр поставил свою машину, тем самым, значит, остановил КАМАЗ и погиб. Он был награжден орденом Красной Звезды за личное мужество посмертно. В тот сентябрьский день 83-го ценой своей жизни сотрудник ГОРГАИ спас несколько сотен человек. Подвиг Александра Соколова вписан в историю родной 72-й школы и всего Кировского района. На протяжении 39 лет поколение учащихся чтят память сержанта. Традиционная линейка проходит 10 ноября, одновременно с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел. В этом году памятная дата получила особый статус. В школе учредили стипендию имени Александра Соколова. Ее за отличие в учебе и другие показатели будут вручать ученикам 9-11 классов. И сегодня, в день сотрудника внутренних дел, мы впервые вручили эту стипендию ребятам. Ребята до последнего момента не знали. Это буквально в течение вот нескольких дней вопрос обсуждали, говорили, кандидатуры там пошли и не знали, кто будет награжден. Для ребят это было приятная неожиданность. В числе первых, кто получил стипендию, 11-классник Тимур Матыгулин. Спортсмен, юноармеец, участник парада памяти, экскурсовод местного музея боевой славы. Активно занимается общественной работой в школе. Парень уверен, нужно быть активным и показывать себя. В этом секрет успеха. С таким напутствием школьник обратился к своим сверстникам и ученикам младших классов. Я желаю ребятам быть активными, принимать участие во многих мероприятиях, которые предлагают старшие учителя, также администрация школы, потому что это очень важно на самом деле. Нужно с самых младших лет показывать себя. Нужно, чтобы в будущем о тебе были хорошего мнения. И нужно строить карьеру с самых малых лет. Помимо стипендии Александра Соколова, в этот день также учредили и вторую специальную награду имени Руслана Руднева, летчика, героя специальной военной операции. Он, как и сержант Соколов, выпускник Самарской школы номер 72. Стипендию будут вручать отличившимся ученикам 5-8 классов. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.